Центр Ada & Love включает в свои программы особых детей уже почти 15 лет. На сегодняшний день мы накопили огромный опыт. Этот опыт отражен в методиках, в разработках, которыми мы готовы и хотим делиться с другими. Мы хотим, чтобы как можно больше особых детей имело доступ к нормальной детской жизни. Мы хотим, чтобы для обычных семей это тоже стало нормой. Я пришла работать в семейный центр Ada & Love 7 лет назад, сопровождающим тяжелого мальчика с аутизмом. Тогда у нас было трое особых детей, сейчас особых детей 10, соответственно, и сопровождающих нам необходимо значительно больше. Кому-то нужен сопровождающий только первые месяцы нахождения ребенка среди других детей. Но всем этим детям нужен включенный взрослый, находящийся рядом с ними. Взрослый, который выступает своеобразным гидом в мир других детей и других взрослых. Включение особых детей дает огромную отдачу всем, кто в этом участвует. Это уменьшает разделение между людьми, между семьями. Это снижает агрессию, уменьшает страхи, стресс, уменьшает несправедливость. Каждые собранные 20 тысяч рублей дадут целый месяц нормальной жизни двоим детям и их семьям.